Привет любителям тортиков! Украшаем новый тортик. Он у меня в диаметре всего 16 сантиметров. Бисквит здесь на молоке, крем-чиз на сливках и консервированные персики. Оформление делаю белково-заварным кремом. Значит, я уже покрыла торт, покрасила бирюзовой топ-декор красочкой, положила всего лишь 2 капельки на покрытие. Все. Здесь вот начала делать разметочку, черкать. Ну вот, как сделала, не знаю. Сейчас будем смотреть. Значит, взяла насадку. Конечно, желательно взять другую насадку, но у меня нету. Вот нужно такую широкую насадку. С другой стороны она вот такая, но мне это не надо. Мне нужно гладкую сторону. И вот сейчас здесь я буду делать вот такое. Так, ну-ка остановлюсь пока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, должно хорошо получиться. Наверное. Так, вот таким путем. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А мне нужно 7. Значит, вот здесь вот сделаем. Ну, вот так вот. Короче говоря, где получится теперь? То есть мне нужно здесь 7 розочек. Или 5, или 7. Тортик у меня 16 сантиметров в диаметре. Маленький. Но вот немножечко здесь не рассчитала. Нужно было поменьше пространства делать. Ну, ладно. Вот как есть, так и есть. Посмотрим дальше, как будет. То есть вот такую вот красоту сделала. Значит, мне нужно разметить. Вот у меня есть такая линеечка. Вот такая линеечка. И мне нужно разметить розочки. Проставлять здесь буду. Значит, так, одна. Так, и вот так вот еще одна. Я вот таким путем сейчас сделаю. Потом между ними вот здесь. Так. И вот здесь. Вот такие отметочки понаделаю сейчас. И между этими еще. Вот так. И это, я думаю, что будет симпатично. А там уж как выйдет. Но мы стараемся, стараемся. На одной высоте, чуть ниже серединки отметку делаем. Все. Сделали. Теперь вот этой же насадочкой будем делать вот здесь. Вот такую красоту. Вот так. Раз. Вот так. Видно, да, какую красоту сделала? Сейчас насадочку мы менять будем. Я уже показывала, как я делаю. В одном мешке у меня насадка, чтобы переходниками не пользоваться. Здесь крем. Я вытащила. Сейчас здесь насадочку сменяю. Значит, беру насадочку круг.
2 миллиметра. Вот так вовнутрь кладу. И все. А теперь делаю вот здесь по этим, по середочке нашей вот этой вот ленточки. Я думаю, что видно вам, да? Теперь этой же насадочкой круг нам нужно сделать в центре вот здесь вот круг. Но надо его сначала очертить. Значит, я возьму стаканчик. О, прекрасно. В этом круге чуть-чуть он у меня немного неровно, я его поставила. Ну, вот такая у меня ровность, что делать? Немножечко не по центру. Ну, как есть. Но я забыла еще, мне так надо было сделать. Ладно, сейчас мы сделаем. Это нужно было сразу сеточку сделать. Но сейчас будем делать, чтобы нам кругляшки эти не запачкать. Ах ты какашка, девчонка, полосочка. Ну ты посмотри, что делает. Лежи. Вот так. Вот такая красота вышла. Теперь нам нужно... По боку торта, вот здесь, вот поверху, тоже сделать вот такие вот штучечки. Без разметки буду делать. Не знаю, как получится, но буду делать пока без разметки. Вот таким образом. И теперь еще одну сделать вот таким образом. Вот так. Вот так. Ну, без разметки делала. Ну, вот так вот, да. Так, сейчас на этот же белый крем. Пока работаем белым кремом. Взяла насадку. Вот такую. Звездочка. Она очень маленькая, где-то 5 миллиметров на выходе. Закрытая звезда. И вот сейчас на каждой вот здесь вот верхушечке, пипочки, вот здесь вот, будем ставить по ракушечке. В принципе, вот ракушечку поставить или... Сейчас я посмотрю. Или мне вот такую поставить. Нет, вот такую, наверное, не буду ракушки ставить. Ну-ка, сейчас посмотрю, как она будет смотреться. Ну, наверное, вот такие поставлю. Потому что ракушки будут большие сильно. Небольшие, они здесь никак. Значит, вот так из этой штучечки я поставлю по пипочке. По такой звездочке красивой. Да, вот так вот будет симпатично. Так, с этим мы покончили сейчас. Нет, не покончили. Нам самый низ нужно еще. Самый низ. Мы сейчас вот этой вот звездочкой сделаем ракушечки. Вот так.
Вот такие ракушечки мы проставили здесь. Ну все, а теперь мы торт поставим в холодильник и начнем делать цветочки. Так, друзья, делаем цветочки. Значит, я навела, значит, взяла розу где-то 2 сантиметра на выходе. Номера здесь нет. Навела оранжевый цвет, топ-декор. Буквально капнула 2 капли. Вот. И у меня такой персиковый, нежный персиковый цвет получился. Вот сейчас и будем делать розочку. Так, наверное, хватит на мой 16-сантиметровый тортик. Хватит. Где там? Видно, не видно, не знаю. Сейчас здесь буду ложить, и будет уже все видно. Так, нужно только ложить обязательно с палочкой. Вот. С ней лучше получается. Все, хватит красоту такую. Побольше, а то опять не положу. Вот. Вот это чуть больше, но она у меня там пойдет. Я знаю, куда она будет идти. Вот так. Вот так. Я что приготовила и забыла? Оранжевый распылитель приготовила, чтобы мне внутри, в центре розочки припылять. И забыла. Вот такие будут. Но те буду делать по мере, когда буду отсаживать на торт. И тогда их буду отпылять, распылять. Но не взяла палку сразу. И результат. Вот, с распылителем как сразу отличается, правда? Отличается, конечно. А навела я крема на 125 грамм белка. Это если кому интересно. И у меня как раз должно получиться так, что ничего не останется. Я его весь израсходую. Должно как раз вот впритык быть. Так, хватит, наверное, да? Вот так. Так, вспомнила. Забываю. Что делать? Забываю. Но с оранжевым-то красивее, когда припыленная. Когда припыленная красивее.
Вот какая она стоит. Красавица, красавица. Вот так, какая-то другая получилась. Закрытая такая, да? Как этот пион. Пускай у меня на торте будут расти разных сортов розы. И сейчас мы еще сделаем две штуки, которые у нас должны еще внизу стоять. Вот, сделали. Раньше я, когда забывала, и вот так вот прыскала, и все у меня отделывалось. Оно как бахнет туда, и все. И украшено было все. Но сейчас так не делаю. Значит, вот так. Это мы сделали. Так, мы возвратили наш тортик на пьедестал почета. Теперь розочки. Отсадим розочки вот таким образом. О! Стой, красавица! Это у нас другого сорта розочка. А это мы вывели новую розочку. Роза тюльпановая. Роза тюльпановая, да. 4-5. Вот так. Как раз на эту кучку мы и посадим. Отсадим. Так. И еще одну. Немножечко она близковата, да, получилась. Значит, вот эту вот сейчас мы вот сюда посадим. Отсадим. Отсадим. Ну, вот так. Симпатично будут, правда? Симпатично. А теперь вот здесь вот нужно будет отсадить. Отсадить две розочки. Но мы их потом отсадим. Вот, сначала будем такую махинацию делать. Берем наш крем, которым мы делали эти розочки. Та же насадка. Вот она. Будем пробовать. Конечно, оно садится не так. Ну вот, значит, я решила делать все-таки на шпажку. И вот у меня вот это большеватое, вот это вроде ничего получилось. Но это лучше, чем вот такие. Вот, поэтому сейчас я вот так поверну. Пробуем. И раскрыть надо. И раскрыть вот краешек. Ой, сняла. Ну, что ты, Надя, сняла? А попрыскать? Вот так вот. Теперь можно снимать. Ну, пробуем, короче говоря, вот как выходит. Но вот он не так должен стоять. Он должен вот туда. А у меня туда не получается. Ой. Вот должен вот так вот быть. Вот как-то нужно, чтобы оно вот так вот стояло, только не дыбом. Вот надо, чтобы вот таким образом они стояли. Видно, хоть видно там. Стараюсь ведь. Так, и сейчас нужно раскрыть. Раскрыть.
Вот так. Зелень-то у нас все равно будет. Ой. Ой. Ну, стоит. Стоит, родная. Вот так. Вот. Ну, вот так вот. Более-менее, правда же? Немного наклонись. Ага, я ее забыла приплыть. Ну, сейчас как будет. Сейчас будем садить зелень. Так. Надеюсь, я не сажу сильно много зелени. Здесь, может быть, внутри по одной нужно было. Ну, вот как сделала. Как сделала все мое. Здесь вот надо поеще. Наверное, по одной еще подсажу. Ну, люблю я зелень. Ну, что делать? Люблю зелень. По маленькой. Вот так вот. По совсем маленькой. Только чуточку, лишь бы душу отвести. Все. Много, немного, не знаю. Ну вот, больше и не надо. Уже насадила, как могла. Зелено красиво. Молодо зелено. Ну вот такая красота у меня получается. Сейчас я все уберу и покажу, как это все выглядит. Еще хотела показать. Крема у меня осталось вот. Вот здесь вот чуточку совсем. И вот этого. Все, весь крем. То есть 125 грамм крема. Ну, вот такая красота получилась. Ну, вроде так нежненько, нормально, да? Ну, не знаю, как с зеленью, переборщила или нет. Ну, вот так вот. Вот у меня, я так вижу. Я так вижу.
Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания, до новых встреч с новым тортиком!